Оперативно дежурный передает нам информацию о том, что, к примеру, возникает экстренная посадка самолета в связи с отказом шасси. Мы понимаем, что либо все элементы шасси могут не раскрыться, либо часть может не раскрыться, и в связи с этим самолет может как-то накрениться и неудачно приземлиться. Аварийно-спасательные автомобили нашей службы заряжены снаряжением как аварийно-спасательным, так и гидравлическим, для того, чтобы ликвидировать те или иные чрезвычайные ситуации. То есть резать, пилить, деблокировать, все это мы можем.